2021 год стал беспрецедентным для России по лесным пожарам. Но уже к середине апреля 2022 года площадь лесных пожаров в два раза превысила ту, что сгорела к этому времени в прошлом году, отмечают в организации Greenpeace Россия. Пожары обступают крупные сибирские города Новосибирск, Омск и Красноярск. И их затягивает дымом. Так, по данным 7 канала Красноярск, за предыдущие сутки в Красноярском крае произошел 141 пожар. Небо над столицей региона заволокло дымкой. В городе утром в понедельник, 18 апреля, были превышены уровни РМ2 5 раза и диоксида азота в 1-2 раза. В Хакасии ситуацию с ландшафтными пожарами называли критической еще в конце марта. Спасатели тогда сообщали, что 26 марта более 20 ландшафтных пожаров угрожали 4 населенным пунктам, передает Коммерсант. В Новосибирской области, по данным МЧС, за минувшие сутки зафиксировано около 1500 термически активных точек, ликвидировано 433 пожара. Чаще всего горят сухая трава и мусор. В Омской области крупные ландшафтные пожары фиксировались еще на прошлой неделе. Дым от горящей травы и леса в Называевском районе достиг Тюмени. В Рослесхозе считают, что регионы предпринимают недостаточно противопожарных мер. Ряд регионов несвоевременно открывают пожароопасный сезон, и как следствие отсутствует авиационное патрулирование на территории лесничеств, где уже зарегистрированы пожары, заявил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.